создание группы ВКонтакте для фотографов. Часть первая. Заходим в раздел «Сообщество» и нажимаем кнопку «Создать сообщество». В появившемся окне нам нужно написать название, выбрать тематику, добавить описание. Не волнуйтесь, название, тематику и описание можно изменить в любой момент. Очень важно выбрать правильное название, потому что оно обращает на себя внимание и в рекламе в виде жирного заголовка используется, в списке интересных страниц у подписчиков, в ленте новостей над постами. Как правильно составить эффективное название? Название должно быть не больше 6 слов, потому что иначе его часть скроет. Если мы говорим о личном бренде, в названии обязательно должно быть ваше имя или псевдоним, под которым вы работаете. Ведь мы же хотим, чтобы постепенно наше имя стало узнаваемым. Помимо этого, конечно же, надо указать, чем мы занимаемся. Если вы занимаетесь, например, только репортажем, то добавляем репортажный фотограф или репортажная фотосъемка. Тут важно не только, чтобы было понятно, чем вы занимаетесь, но и чтобы человек, который ищет предлагаемые вами услуги, мог найти вашу группу через поиск. Как вариант, вместо названия вашей основной услуги можно использовать описание результата вашей работы, живые фотографии с душой и тому подобные креативы. Либо то, какую проблему или боль решает ваша услуга. Репортажная фотосъемка с отдачей готовых картинок в течение 2 дней, например. Но все эти варианты менее желательны, чем написание вашего вида деятельности. Их лучше оставлять для статуса сообщества. Ну и, конечно же, поскольку услуги фотографа чаще всего геозависимы, важно указать регион, в котором вы работаете.